Добрый день. Здравствуйте. Если вы в курсе, что сегодня у нас проходит акция «Здоровые улыбки в России». Об акции Екатерина узнала на сайте областной поликлиники. Уже несколько лет вместе с семьей регулярно посещает стоматолога. Вот и сегодня девушка решила проверить зубы. Врачи говорят, поводов для беспокойства нет. Ранняя диагностика – это в приоритете для меня. И некоторые замечания по чистке зубов, да, то есть, которые я здесь получаю, мне достаточно для того, чтобы не было серьезных проблем. Улыбка – это как душа человека, и, естественно, красивые белые зубы должны быть у всех. Мы регулярно посещаем стоматолога и следим за своим здоровьем. Всероссийская акция «Улыбнись своему здоровью» в Самаре проходит уже третий год. Она направлена на то, чтобы привлечь внимание жителей к состоянию зубов. Любой желающий может пройти бесплатный осмотр. По итогам врач выдает специальную мотивационную карту и рекомендацию по уходу за полостью рта. Стоматологи областной поликлиники придерживаются известного афоризма: «Болезнь легче предупредить, чем лечить». Весь мир настроен на то, чтобы акценты делать не на восстановление здоровья вообще, стоматологического в частности, а на его сохранение. Поэтому профилактическая направленность, она сегодня в приоритете. Чтобы иметь белоснежную улыбку, врачи советуют соблюдать простые правила. Посещать стоматолога два раза в год, чистить зубы утром и вечером и есть полезную для зубов пищу. Специалисты уверены, если следовать советам, не придется тратиться на лечение. Пройти диагностику сегодня можно в любом стоматологическом центре. Визит к врачу оказался для меня очень полезным. На переднем зубе обнаружился кариес, и его надо срочно лечить. Мне выдали вот такую рекомендацию, чтобы посетить стоматолога. Займусь лечением на следующей неделе. Даниил Лучко, Григорий Плешаков. События.